Так, друзья дорогие, приветствую вас вновь на своем канале. Мир вам, вашему дому, вашей улице, вашему городу, вашей стране. Да будет мир в стенах ваших и в месте вашем, где вы живете. Я сейчас немного покажу кадры из зимы. Это, собственно, январские кадры. Еду по над рекой Коламбией, по улице Четверки. Еду из Портленда, еду на восток, на ист. Да, заснежил у нас наша местность в январе, как раз вот предгорье, Hood River, снег перед Hood River, водопад Эри. Вот здесь вот снежок идет, там дальше уже не так, более-менее. Ну и в Монтане тоже снег будет. Уже ездил пару раз туда, вот еще раз еду. Так что такие дела, друзья. Едем по над рекой Коламбии и смотрим вью, какие открываются. Необычные зимние картины. Обычно тут зелень всегда бывает. Хорошая, так сказать, приятная картина. Но сейчас вот такая зимняя, суровая картина. Тоже своеобразная, необычная. Слева река, справа горы. Скажем так. Так, друзья, это у нас уже Айдахо. Проехали мы с вами Орегон, Вашингтон, и это уже Айдахо. Причем заканчивается. Тут снежок лежит, постоянно выпадает. Чуть ли не каждый вечер, каждую ночь. И вот такая тут красота. Сейчас будет, как говорится, последний штрих в этом перевале. Вот он уже, вершина перевала. И начинается Монтана у нас. Тут раки стоят, возможно, цепи одевают, снимают или просто стоят. Да, снежок на дороге — это опасно, потому что начинается спуск. Вон знак вверху — Монтана. Монтана начинается у нас, и мы спускаемся с перевала. Снежок на дороге — это очень опасно. Очень важно, чтобы резина была хорошая в таких случаях зимой. Протектор хороший. Это more safety, more безопасно, более безопасно. Потихонечку, с Божьей помощью, спустимся с этого перевала, с этого спуска. Но это уже один из городов Монтаны. Тут я иногда заезжаю, чаек или кофеек беру. Вот тут такая красота, друзья. Тут вот такая красота. Да, это как раз Christmas time был, то есть время Рождества, Нового года. И елки тут поукрашивали, даже огоньки вон я вижу. Ну а мы с вами движемся дальше, друзья.
на разгрузку. Тут у меня груз везу в Монтану необычный. Из Toyota, из компании. Они запчасти передают, везут свои дилерские, так сказать, компании. Места по Монтане. Возможно, даже по всей Монтане. Так сказать, я останавливаюсь. Где-то на тракстапе сзади трак их не подъезжает, небольшой. И перегружают. У меня есть платформа поднимающаяся и у этого трака, соответственно. И вот этот водитель подъезжает, поднимает свою платформу, мою платформу. И просто перетаскивает, перегружает груз в свой трак, свой груз. И так две выгрузки, в двух местах точнее. Но они развозят по нескольким городам, где есть Toyota дилер. Да, такие вот дела. Тут снежок, замечательная погода. Слава Богу, приятная погода. Снежок идет, новогоднее, зимнее настроение, можно сказать. Вот таким образом он перетаскивает. Значит, пустые ящики мне назад заталкивает, а запчасти, ящики с запчастями, или такие кареты на колесах, клетки, может быть, метр на метр или метр 20 на метр 20, такого размера, закатывает. И там в этих клетках, как правило, запчасти есть. Да, движемся дальше на вторую разгрузку. Снег, не снег, но нам нужно работать. Такие вот дела, друзья. Работа есть работа, и Монтана есть Монтана. Она вот такая необычная, необычная Монтана. Мы двигаемся с вами дальше. Слава Богу за все. Так, друзья, ну на этом я хочу вам сказать пока, с Господом. Всего вам самого наилучшего. Пусть Господь хранит вас в ваших домах, ваши улицы, ваши города. Я знаю, что сейчас это особенно важно, актуально на Украине. Пусть Господь хранит вас от бомбежек, от пуль, от всего того, что сатана вливает сейчас в тоннах, тоннами на города, селения Украины, на простых людей, незащищенных. Да будет Господь вашей оградой и защитой. Только в Господе наша защита и утешение здесь, на земле, и, конечно же, в вечности. Поэтому с Господом. До свидания.